Ребята и девчата, привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем невозможный рисунок. Нам понадобится черный фломастер, линейка и, возможно, красный фломастер. Кто еще не подписался, подписываемся, а мы начинаем. Так, вот отсюда. 8 клеточек по диагонали. 2 клеточки по диагонали. Тут 2 клеточки по диагонали. Соединяем. Десять клеточек вниз, это 5 сантиметров по линейке. Рядом 10 клеточек вниз, соединяем. Две клеточки по диагонали. 8 клеточек наверх, это 4 сантиметра по линейке. 2 клеточки по диагонали. 10 клеточек вниз. И вот тут 2 клеточки по диагонали. 2 клеточки вниз. Тут соединяем. 6 клеточек. 2. 2 вниз, 2, 2 вниз, еще 2 клеточки. И вот тут уже 10 клеточек вниз. Две, 10 клеточек наверх. Соединяем. 2 клеточки. Тут 2 клеточки. И тоже соединяем. 4 клеточки по диагонали, ниже тоже 4 клеточки, соединяем, 10 клеточек вниз, соединяем, тут мы рисуем 8 клеточек, соединяем тут, и вот тут 2 клеточки. Теперь разукрасим. Вот такой невозможный рисунок у нас получился. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, переходим по этому хэштегу, там смотрим видео, делимся видео с друзьями, обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, нажимаем вот на эту ссылочку, тут все 3D мои рисунки. Все, пока. Пока-пока.